совершенно отдельный мир на нашей Земле. Это планета бабочек, которая приехала к нам из экзотических уголков. Я нахожусь на выставке самых удивительных насекомых. Необычное и оригинальное фото с бабочкой для ваших социальных сетей на этой выставке легко. Здесь ты сможешь окунуться в изящный и красочный мир. Для энтомолога настоящий рай. Вы удивитесь, но у бабочек настолько сильные ароматы, что их запах может учуять даже человек. Буроглазка Менгера, например, пахнет шоколадным кремом. На лапках у бабочек находятся рецепторы, которые отвечают за запахи. А когда мы их трогаем руками, то эти рецепторы могут перестать работать, а бабочки могут погибнуть. Передвигаться по выставке нужно медленно. Бабочки летают везде и могут садиться на пол. Попятившись назад или бегая по залу, их можно раздавить. Поэтому всегда смотрим под ноги и передвигаемся аккуратно и медленно. В самый неожиданный момент вы можете на себе увидеть бабочку. А это бабочка-сова. Я думаю, вы уже поняли, почему ее так назвали. Из-за расцветки. Ее крылья похожи на мордочку совы. С помощью них она защищается от хищников. Видели ли вы, как рождается бабочка из кокона? На этой выставке есть шанс оценить это явление. Когда она готова к выходу из куколки, она вылезает на свет, полностью готовой к жизни взрослой бабочки. У нее есть небольшой интервал времени, чтобы расправить свои крылышки и дать им высушиться и окрепнуть. Давайте не будем их отвлекать. Бабочки бывают разные. Белые, синие, красные. Да-да, с помощью них можно собрать всю радужную палитру. Жасмин Рахимова, Рамазан Мусин, специально для Горновостей.